Да блин, я получил ее в подарок. Эй, она забрызгалась из-за тебя. Почему ты из-за меня? Это ты во всем виноват. Сопляк, прекрати. Вы жалкие незрелые цыплята! Вы что, еще детсадовцы, а? Даже дети ведут себя прилично за столом. Не в курсе? Может мне вам тут сцену устроить? В итоге, ты не можешь провести грань между реальностью и воображением. Короче говоря, ты стала вести себя безрассудно. Раз уж так случилось, то перейду сразу к делу. Никаких больше «простите» или «эй». Я не невидимка, понятно? Меня зовут Кан Сонджу, ясно? Уяснили? Да.